сценарии очень знаменательного дня и очень важного. Он обычно приходится на воскресный день, не на буднях. Но у нас с вами жизнь наша общая, совместная, происходит с понедельника по пятницу, поэтому мы сделаем это раньше. Причем отделение реабилитации даже раньше, чем все остальные, получается. Самые первые сегодня только 23-е. И это День матери. Признаться, странно, что до сих пор этот день, например, не объявили нерабочим днем. Ну, слава Богу, что он появился вообще в календаре, ведь он не так давно появился, этот праздник, да, этот день, который мы отмечаем. Странно, потому что, наверное, если задуматься, то он едва ли не один из самых значимых, если не самый значительный в нашей жизни. Разве были бы у нас известные творческие люди, герои войны, выдающиеся личности, если бы у каждого из них не было мамы? И, наверное, с этого очень многое начинается. Кто подарил им жизнь? Кто помог выбрать правильный путь, пройти этот путь? Все начинается именно с нее. Во все времена это первое слово для всех. И если вы позволите, я прочту вам стихотворение, которое тоже посвящается маме. Когда была я маленькой совсем, мечтала, что вот стану взрослой, и каши манной ни за что не съем. И отстригу и челку я, и косы, ведь маленькой мне мама не дает, а взрослая сама смогу решать я. Но пятый уж десяток мне идет, никак не расцеплю с тобой объятия. Не помню дня из детства, чтобы она была ни дома, ни со мной, ни рядом. Хоть столько лет прошло, по-прежнему нужна. Тебя стараюсь не обидеть взглядом. Грустишь? Не надо, я развеселю. Смеешься? Мне отрадно, я довольна. Болеешь? Я всю ночь с тобой не сплю. Пусть мне, а не тебе, так будет больно. Любите маму. Все прощайте ей, как вам она прощает все на свете. Теплом своим добавьте жизни ей. Так поступают любящие дети. Любите и терпите, и прощайте. И слушайте, и отвечайте тоже. И если рядом нет, то навещайте, ведь мама без любви прожить не может. Любите, если очень далеко. Любите, даже если нет на свете. Средь ангелов порхает высоко, и даже там волнуется о детях. Не плачьте, все хорошо. У нас все мысли о маме только добрые должны быть, только всегда позитивные, так всегда и есть, вне зависимости от того, рядом или нет, есть или нет. Увы, не бывает ничего вечного на земле, но хотя, наверное, непрекращающимся, непререкаемым, непрерывающимся может быть только любовь, только память, почитание. Сегодня мы с вами все вспомним, конечно же, маму. А поскольку многие из вас ими являются, то и своих отпрысков, своих птенцов, наверное, тоже. И сегодня у нас с вами в гостях Екатерина Дмитриевна Савченко, которая исполнит для вас несколько песен. И в основном, ну, если ничего не изменилось, как мы с ней предварительно обсуждали, репертуар будет посвящен мамам, женщинам, женщинам, наверное, всей земли. Прошу вас, встречайте. Наши композиторы местные липецкие, это Юрий Милкин и Вячеслав Милкин. И я хотела бы, чтобы эту песню
она посвящается любому и каждому, поскольку война идет на Украине, вы знаете. Поэтому я, пусть меня Маргарита Агашина простит, поэт, я изменила 43-й год на 21 век. То бишь женщина, наша доля, 21 век, вы знаете, что война, кругом война. Поэтому, кто может, встаньте, можно помянуть своих. Бог будет присутствовать, я вам обещаю. Молча, три песни, кто не может, посидите. Итак, бабья Юля. Извините, будет накладывать, потому что такой китайский. Я просила вас. Ну всего, ничего. Сядем, что ли, вспомним, что ли, друг на друга поглядим, что такое бабья доля. Микрофончик поухаживать за мной, но не съявили, как бы, может быть, или желание, или просто. Поэтому я вынуждена, опять же говорю, вынуждена буду показать. Итак, вот у нас накануне женский материнский день, день матери. Ну и я хотела песню спеть вам, бегу, да-да, называется. Вот, послушайте ее, пожалуйста. И тоже только волнуюсь, потому что здесь народ собран, я чувствую очень радостный.
Поэтому вы тоже мне немножко помогаете. Потому что, видите, вы не меня. Хорошо, ваши ручки нужны в настроении. Отмен, энергетический, вот и все. Друг друга заряжать должны. Зачем зашла луна? Знаете, на месте-то немножечко двигайтесь.
разгребалась. Для ужина. Очень обидно. Я пообещала петь песню «Ласточка». Она тоже где-то похожа на гнездышко, то ли разбитое, то ли побитое. Ну, в общем, вам слушать и решать, о ком думать и о чем думать. Пожалуйста, послушайте «Ласточку». Я ее немножко так переделала, как бы за свой лад. Послушайте, пожалуйста, называйте. Серая ночью.
сторону, в дальние края, улетала ласточка, зорькою осеннюю, улетала, плакала, слезы не даря. Улетала ласточка, зорькою осеннюю, улетала, плакала, слезы не даря. Покидала ласточка гнездышко любимое, где учила маленьких птенчиков летать. Ведь весной вернешься ты, гнездышко опять. Что ж ты плачешь, мамочка? Да что ж ты плачешь, милая? Ведь весной вернешься ты, гнездышко опять. Не увидеть, деточки, мне родное сторонушки. Певица, он мне сказал, нет, бывших не бывает, я зачисляю вас в офицеры в запас. Либо есть певица, либо ее нет, но вы как раз на чеку должны быть, уходите в запас. И мне это приятно было, я горжусь этим, поэтому я офицер в запасе. Вот, а теперь песня, подаренная Надеждой Евгеньевной Крыгиной, народной артисткой, которую я очень люблю. Минусовку она подарила. Мне не осилить, но я не
немножко приблизилась. Русская раздольная. Нужны ваши ручки и помощь. Зала за поддержку, чтобы я осмелилась и спокойно на эти ноточки полезла. Шею не драла, как бы, знаете, как это такой есть у нас, значит, хитрость такая. Помогите мне. Хорошо? Я буду рада. Она такая быстренькая, там местами где-то. Ну, постараюсь. Сладкая радость.
давайте в лес поманит. Щедрой смелостью удивит. Сладкая вода надрывает. Горькая вода отвисит. Ой, крута судьба, словно только одолеваш меня извела. Ну не хочешь, не надо. Гляньте, что такая сила, а?
Останки. Ой, ну да. Ну, безмужная. Вот эту может выдаст. А голова выдаст. Ручку вас давайте. Не знаю, даже поймать. Oh,
словно девчонки. Елочки врет, Лёха не Насте. Милый, поверь, ты ж моё счастье. Город улёт, в огнясте, Лединочки слёз. Да ты ж моё счастье, город улёт. А закружился, закружился, сидя в шале. Thank you.